Я
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Да у нее там чего-то то ли... Где нас писюнки? А? Где они спрятаны? Где ты писюнка? Да нет. Сейчас все. Да. Не получилось. Все равно. Вот вы когда вчера тут все отказывались, что? И на видально отказывалась уходить, вас тут сидят шестеро взрослых. Я думала, я сдохну. Столько народу дома, у меня аж текло по спине. И она отказывается еще уходить. Так жарко, когда столько людей сидит. Когда вы можете? Придется свечку сегодня ставить, если не будет. Ну нет, сегодня нормально, завтра. Завтра с утра поставим? Завтра с утра поставим, ну может ну вечером покакает, что еще равно? Тем более, что мы любим вечером. Любим вечером какать.
зарядку подвезет. Подвезет ему зарядку. Или там опять шуваться не надо. Что было? Поспала? Поспала. Дед уже спит, наверное. Вот дед, богемный образ жизни. Хорошо. В обед ванна, потом маникюр, педикюр, потом послеобеденный сон. Смотри-ка, он нам что заявил. Он день работает, два отдыхает. Дай-ка мы тоже спать. Мама день занимается с тобой, но два дня отдыхает. А за что хотите? Думиться, ногти Кстати, одну минуту. Чиз, вернись назад.
Я понимаю, когда ты бежишь, тебе все равно. Слюни там у тебя соты или еще что. Ничего не мешает. Не хрумтели, посидите, ну надо же, она прям выворачивается. Давай крестом сядем, чуть посидим. Ну, то есть, главное. Вы знаете все свои мои. Потише. Живут только двое.
всех это знакомо. Куда ты поехал? Куча кожух, да? Она здорова, но на грани истощения больших повреждений нет. Мы просто зря тратим время. Хочешь горячий шоколад? Вот так. Вы связали, да? Угу. Связали, да? Ага. Теперь все чисто. Я считаю, надо умыться. Удивительно, что ты уцелела. Ничего не нашли. Скажи мне, что именно ты ищешь? ЛП. Что? Личные передатчики. Их имплантировали всем колонистам. Если они рядом, мы их найдем. Пока ничего. Не знаю, как ты смогла выжить, но ты храбрая, Ребекка. Что ты сказала? Тебя смогут защитить. Это солдаты. Нет, никто не защитит. Так, идем, парни, у нас задание, все за мной.
там не приедет. Кто там живет на телефоне? Нету ни одной морщины. Лицо вообще какое-то изменилось совсем. Ну вот эту высоцкую эту показываешь, которая. Ай, ну я не знаю, так-то она вроде узнаваема, но насчет. Узнаваема, но лицо у нее изменилось. Ай, честно говоря, не очень помню. А интересно, живая-то и девушка еще. Я так понимаю, что она и не выйдет. Она и не выйдет. Так и она и останется. Недостаточно места.